Ну где же ты? Я здесь. Ты что здесь делаешь, Джон? А ты что здесь делаешь? Я тебя первый спросил, отвечай на мой вопрос! В смысле? Ты зачем сюда пришел? То есть у тебя должна была быть здесь встреча, да? А зачем ты сюда пришел? Потому что то место, которое было в твоей записке, назначил я. Я подменил твою записку, понял? Ты чё офигел, что? В смысле? Какое ты право имеешь? Да как ты? Где ты ее вообще взял? Я ее нигде даже не оставлял. Я увидел, что она торчала у тебя из кармана, когда зашел в дом. Почему ты ее вообще взял? Откуда ты знал, что в ней находится, а? Потому что я знаю, как тот выживший общается с другими людьми. С помощью записок и как раз таких, которая была у тебя. Ты, Джон, вообще оборзевший, а? Как ты вообще мог, слушай, это сделать? Просто подменил записку. Скажи мне одно, ты с ним в сговоре, да? Ты с ним в сговоре с выжившим? Какой, с кем? С кем? С выжившим? Ты что, с ума сошел, что ли? Я вообще эту записку нашел. Подожди, в смысле нашел? Да. Он тебе разве ее не отдал сам? Ты что, с ума сошел, что ли? Я его в жизни не видел. Я нашел записку эту, она просто валялась где-то, не помню уже где, я ее нашел. А ты взял и подменил? Значит, ты все знаешь, да, про выжившего? Подожди, стой, подожди, убери оружие. Да, я знаю про выжившего, но вот я знаю, вот все, что я знаю, я тебе уже сказал. Ну, блин, я думал то, что это ты к нему навстречу пришел. Ты чё, нет, ты чё, с ума сошел, что ли? Я нашел эту записку. Блин, что-то это все странно как-то получается. Подожди, что было написано в оригинальной записке? Ты вообще читал, прежде чем подменить ее? А, блин, как я мог прежде прочитать, если она была у тебя? Нет, я ее даже не читал. Давай посмотрим, вот она у меня сейчас здесь лежит. Но давай. Я реально даже не открывал, что-то я даже об этом не думал. Ну открывай уже, давай, не тяни, что ты, Джон, будешь делать, да? Погоди, здесь ничего нет, там какой-то смайлик написан, на, смотри. В смысле ничего нет? Что я это, Джон, знаю, ты угораешь надо мной, что ли? Давай оригинал записки, Джон. Вот оригинал, вот та самая записка, которую я забрал у тебя из кармана, серьезно тебе говорю. У меня другой записки нет. Как ты, Джон, сколько ты можешь уже врать, Джон? Почему ты так говоришь, почему ты думаешь, что я тебя обманываю? Блин, смайлик в записке, ну ты серьезно? Тихо, слышал? Что это такое было? Я не знаю, в той стороне, тихо, оружие. Да, я приготовил. Давай, быстро, за мной. Капец, блин. Кого? Тихо. Подожди, а где Билл? Он был дома, спал. Я проверил, прежде чем сюда идти. Ты зачем его там одного-то оставил, а? Он же мелкий, Джон. Он же дома, он в безопасности, Джон. Ну что ты будешь делать? Что ты как... Все, потихой, идем домой, возвращайся к нам. Домой, пошли, Джон, давай, аккуратно, сейчас зомби. Джон, давай без лишних слов, пожалуйста, просто идем и все, сейчас только делаем все. Подожди, зомби, доктор Владус, вали его. Да, все, отлично, правда, Джон, у меня, там это, кажется, еще зомби на дороге. У меня последняя обойма, у тебя есть оружие, иди вперед. Да, есть еще оружие, подожди, тут еще зомби, Владус, отойди подальше, сейчас. Блин, они там еще и коня убили, а. Блин, доктор Владус, пошли быстрее домой, потому что... Давай. Слушай, давай по сокращенной дороге, Джон, давай здесь по переулкам побежали, потому что нам нужно срочно домой. Черт, где же Билл, давай, какой Джон, бежишь, нет? Был, с ним ничего не случилось, да, я уже догоняю. Блин, давай, Джон, забегай, мог оставить, забегай быстрее, сзади! О, блин, быстрее. Закрывай. Свет, не включай свет. Тихо. Да, я помню. Ладно, пошли наверх. Я говорю, тихо. Тихо. Нет Билла! Билл, подожди, почему здесь свет горит? А я когда уходил, тоже он горел, слушай. Я сразу подумал, что это подозрительно. Черт возьми, Билл! Куда он делся? Да может он к вам в лабораторию спустился? Так, я покажу здесь туалете, посмотрю. А, вы здесь. Куда Билл-то делся? Билл! Блин, еще и кричать ведь нельзя, а. Нету его в лаборатории здесь. Все, тихо, сиди. Куда он мог деться? Слушай,
Давай, пошли быстрее, быстрее на улицу, на улицу, на улицу, быстрее. Давай, выходи. А что делать? Давай, нам нужно его искать. Давай сначала в этот дом, где мы выжившего. Аккуратно, аккуратно сбегаем. Давай, Джон. Заходи. Чёрт, ничего нету? Бил. Бил, ты куда делся-то? Так, здесь вроде зомби нету еще. Да куда он? Что происходит? Куда он мог деться? Зачем ему вообще куда-то уходить? А может его... Может его тот выживший забрал? Я не знаю. Нет, блин, только не это. Давай срочно бежим в тот дом, да, в котором ты прятался. Давай, Джон. Здесь целая куча уже зомби. Нужно быстрее в дом бежать. Ты укрывался. Побежали быстрее за мной. Не обращай внимания. Да-да, всё, просто понял, бежим понял, и всё. Понял, Джон, давай, чёрт возьми. Ну, быстрее, ты догоняешь? Страшно. Давай, побежали быстрее. Так, сейчас сразу доски подготовлю, чтобы можно было заколотить. Забегай быстрее в дом. Хорошо придумал, давай, забегай, Джон, ну. Сейчас, всё, закрывай дверь. Заколачивай, всё. Всё, заколотил, так, блин. Отлично, Бил. Давай, я посмотрю на втором этаже. Только потихо. Бил, хоть бы ты был здесь. Да блин, эта кровать тоже пустая, здесь тоже ничего нету, а? Бил, да куда же ты мог деться? Доктор Ладус! Я тоже его не нашел. Говори громко, Джон, ты... Да что делать? Куда Бил-то делся? Я вообще даже не представляю. Я не пойму, слушай. Джон, слушай, а что если он в том доме, который за сломанным мостом, а? Да в смысле, это же вообще очень далеко. Зачем он туда пошел? Ну я понимаю, что далеко. Давай, мы сразу решаем, мы бежим или нет туда обыскивать. Нет, туда сейчас слишком далеко бежать. Нас точно, блин, эти зомби сожрут и заразят. Пошли тогда. Я не знаю, а что делать-то тогда? Блин, а если мы его потеряем? В дом бежать. Я не знаю, вообще куда он делся. Давай, короче, смотри так. Просто сейчас ждем утра и... Лучше еще переждать у нас в доме, потому что здесь тоже не очень безопасно. Да ты понимаешь, и что он за эту ночь может с ним может случиться все, что угодно, Джон. Да я понимаю, но ты знаешь, какой город-то огромный, куда он мог деться, это просто не предугадать. Я не понимаю самое главное, его мотивы, нафига он вообще куда-то побежал, просто нафига. Слушай, у меня тогда есть идея, давай, знаешь что, облутаем здесь ящики, возможно что-то есть, я патроны какие-то, возможно, найду. Да, давай посмотрим, давай, может здесь... По ящикам, но... Кажись, тут нифига вообще. Смотри, доктор Ладус, я нашел какие-то патроны. Где? В каком ящике? Вот. Подожди, да конечно еще мне под... Да, доктор Ладус, смотри, они мне подходят под коллаж. Да? А я да, как доктор раз... доктор Ладус. Так тут... В смысле? Так тут вообще коллаж есть, отлично, еще оружие есть. Керамбит нож. Ё-моё. О, кстати, нож у меня тоже вот есть. Давай, ладно, доктор Ладус, только забирай. Я сейчас сразу же перезаряжусь отлично. Давай. Слушай, только аккуратно. Выламывай доски. Да. Все, доктор Ладус, ты готов? Давай, выламывай, открывай, я стреляю. Подожди, стой. Ладно, ты готов стрелять? Да. Давай. Стреляй, по нему, доктор Ладус, стреляй. Есть, все. Так, давай сейчас на них не обращай внимания. Сейчас. Да как не обращаем? Ты, черт возьми. Давай, доктор Ладус, побежали быстрее домой. Беги. Давай. Главное, чтобы они нас не укусили, блин. Джон, беги. Да, я догоняю. Все, побежали быстрее в дом, доктор Ладус. У меня нет патрон сейчас, перезарядка на ходу. Тогда не быстро получается. Да не перезаряжайся, быстрее побежали домой. Давай, все, добежали уже. Давай, залетай. Закрывай. Тихо. Не пались, чтобы они нас увидели. Главное, свет еще не включай. Я надеюсь, что они не проследили за нами. Аккуратно. Слушай, может окна заколотим, а? Что-то ситуация мне вообще не нравится. Они и так затемненные, как бы нормально вроде бы. Надо думать, блин, что сделать. Мы только-только домой забежали, нас спалить могут вообще просто легко. Чувак, блин, кстати, да, они же, наверное, за нами еще пришли. Не высовывайся в окна сильно, я стараюсь тоже этого не делать. Да, я вообще лучше к ним подходить не буду. Просто берем и сидим тихо. Джон, нам придется ждать утра, нам 100% сейчас один вариант у нас с тобой, Джон. Да. Я сейчас, наверное, даже после такого уснуть не смогу, так что даже спать сейчас не вариант. Бил! Ты живой, где Бил? Где был все это время? Где был? Куда ты делся-то, Бил? С тобой все нормально! Дверь, закрывай, Бил! Ну, чё ты молчишь? Ты говори, скажи уже чё-нибудь! Доктор Владус, я все знаю!